тепер представити нашу гостю сьогоднішню Красиміра Рилькова, головний лікар обласної офтальмологічної лікарні. Завітала до нашої студії сьогодні. Готова розказати про правила профілактики захворювань, очних захворювань і якихось і будуть давати вправи для очей, щоб вони не так боліли, можливо, за робочим місцем. Тож доброго ранку. Я думаю, варто вже почати. Давайте спочатку розберемося, що може стати причиною захворювань очей. Ну, причин заболевания глаз достаточно много, но они не являются уникальными. То есть все как всегда. Это врожденные, наследственные заболевания и приобретенные. Mm-hmm. Если мы говорим о врожденных заболеваниях, то своевременная диагностика, своевременный поход к офтальмологу поможет в той или иной степени решить возникшую проблему. Наследственные – это правильный мониторинг во время беременности, это правильное планирование детей, чтобы понимать, с какими рисками может встретиться вновь рожденный человечек в своей жизни, чем его могут наградить папа с мамой. Тобто ми вас правильно зрозуміли, що генетика має місце бути у захворюваннях на очі. А які хвороби? Я ж думаю, що не всі генетично можуть передаватися. Давайте абсолютно всі, давайте детально розберемося. От ми в прошлой передачі говорили о врожденной глаукомі. Так. Да? Страшное заболевание, и надо понимать риски возникновения. Да? Они значительно выше у людей генетически предрасположенных. Вот. Ретинобластома – это злокачественное новообразование сетчатки, которое приводит к смерти ребенка. Опять-таки, заболевание, которое возникает буквально в первые месяцы жизни ребенка. Также оно может возникать несколько позже, там, после годичного возраста, но в основной своей массе это дети первого года жизни. И опять-таки своевременная диагностика, своевременное понимание того, что над ребенком висит риск, угроза такого заболевания, позволяет ребенку не просто спасти глаз как орган, а и жизнь. Это тоже очень важно. К счастью, таких детей очень мало, очень-очень мало, но с периодичностью, наверное, раз в 3-4 года такой ребенок у нас в области появляется. Ну, а якщо його вчасно виявити, це захворювання, то можна його попередити? Чи, ну, попередити? Ні. Ну, попередити ні, але вилікувати якось? Но остановить процес, хоча б на тому уровні, на котором он есть, предотвратить прогресирование процесу. Ну, такая возможность есть. Це можливо. Да. И в Украине, в общем-то, тоже есть. Да, потому что мы знаем, что с онкологией бороться достаточно сложно. Вот. Ну и заканчивая приобретенными заболеваниями, да, и тут на первом месте это близорукость. Близорукость, которая встречается сейчас у детей все в более раннем возрасте. Если раньше это были дети возрастной группы 11-12 лет, период подросткового возраста, то сейчас эта цифра сместилась в сторону 7-8 лет, потому что детки у нас очень грамотные, очень развитые. Они начинают рано читать, писать. Это дети, ну, это поколение интеллектуалов, по сути, да? То есть это дети, которые уже не знают, как гулять на улице, они знают, что делать дома. Ну, буквально вчера был ребенок, 13 лет. Я говорю, ну, вот видишь, у тебя все хуже, хуже. Наверное, ты дома сидишь там с компьютерами, с планшетами, все время что-то. Нет, я не играю ни в компьютер, ни в планшеты, ни в телефон. Я говорю, отлично. Я говорю, может быть, ты крестиком вяжешь? Нет, хотя есть мальчики, которые вяжут крестиком. Нет. Я говорю, а что ты делаешь дома? Ну, я мастерю, я лего собираю. Я говорю, ты на улице гуляешь? Ну как гулять? Посмотрите, какая погода. Это вчера было. В школу я зі школы. Это все гуляния. Весь маршрут детей. Да, весь маршрут. Посмотрите, да. То есть дети, им даже мысль что можно не приходит в голову, да? Что можно погулять. Да? То есть ну, у людей, у детей, в общем-то, детство, детство другое. Нельзя сказать, что его нет. Оно просто другое. Ну, а вот если так разобраться, что больше небезпечне? Книга, так, яку мы читаем, шрифт, або гаджеты, компьютеры, вот, электронные книги, ноутбуки. Вот давайте уже из гіршого можно выбирать, краще выбирать. Что ну, можно сказать? Вот если мы ставим в ряд, да, вот, ну, я опять-таки говорю теми словами, которыми мы общаемся каждый день с детками, с родителями. Если мы в один ряд ставим вот, телефон, планшет, компьютер, телевизор, то, наверное, самое меньшее зло – это телевизор. Вот так.
Чим менше зображення, тим сильніше нагрузка на зрительний аналізатор. Угу. Чим ближче це зображення глазам, угу, тим сильніше акомодація срабатує, акомодаційні мишці знаходяться в постійному тонусі. Чим активніше підсвічується екран, тим сильніше нагрузка на зрительний аналізатор, тому що ну, ми вимушені гасити ці всі світові блики, які попадають нам в глаза. Ну, поэтому и существуют вот эти автоподстройки света, освещенности, там, ночной, дневной режим. И если мы говорим об электронных книгах, да, электронная книга, она лучше, чем планшет, потому что там нет подсветки. Ну, и, соответственно, обычная книга – самый оптимальный вариант. Но опять-таки, как в еде, лучше меньше, но чаще. То есть не надо садиться там часами за все эти устройства. Надо вставать, делать физически активные перерывы. Но, к сожалению, ну как к сожалению, есть определенная категория людей, которая ну, не видит свою деятельность без этого. Да? Нажать, поэтому, так, да. Ну, жизнь диктует свои условия, поэтому, конечно, там если ребенок творческий, и у него половина дня проходит за мольбертом, за рисованием, да. Надо просто делать какие-то 5-минутные, 10-минутные активные физические перерывы. Активні фізичні. А які правила для зору? Які вправи можна зробити для зору? От таке існує поняття, як гігієна зору. Що це? От ми зрозуміли, що гігієна, це воно і є, так? Да, да. Ведь жизнь – это движение. И вот чем больше мы сидим, мы помимо проблем со зрением еще добавляем себе достаточно большое количество других проблем. А вот поэтому надо двигаться. Надо двигаться, надо, может быть, ставить таймеры какие-то себе. Благо сейчас есть много напоминалок, и водичка льется, надо попить воду и все остальное. То есть можно просто поставить себе какой-то таймер там, через 30-40 минут, чтобы встать, тобто подняться. 30 хвилин. Да, поприседать, подвигаться, мигательные, совершать движения глазами, это хорошее упражнение. Это круговые движения вверх-вниз по диагонали. Их достаточно много. У нас была целая передача с вами, посвященная этому. Вплоть до того, что мы на экран выводили из интернета. То есть любые глазодвигательные движения, это хорошо. Наклоны головы вперед-назад, круговые вращения головой. То есть двигательная активность. Тобто активувати все, ну, тобто, 30 хвилин ми сидимо за технікою, да, там, ну, от, оптимально. Потім перерва скільки має бути? Не так, що хвилина і потім знову сіли. Я ж думаю, треба... Да, ну, деякі, 5-10 минут. Я думаю, деякі такі роблять. Ой, я відпочив, мені вистачить хвилини. 10 тим хвилин. Тим більше діти, да? Ну, да. Тим більше діти, да, тому що іменно в детском возрасте, когда идет становление, развитие организма, когда все ткани, органы, они очень податливые, они мягкие, пластичные, эластичные. То есть вот именно в этот период, если мы говорим о близорукости, есть свойственно прогрессировать. То есть это где-то в среднем период до 18 лет. Когда вот идет вот такое активное становление организма. Потом, как правило, она физиологически останавливается. То есть мы говорим, что вот то, с чем вы придете к 18 годам, ну, собственно говоря, то и останется на всю жизнь. Но хотя, ну, мы же сталкиваемся сейчас, ну, не столько с детьми, не только с детьми, но и уже с более взрослыми людьми молодого возраста. То есть есть даже вот такие уже... ну, это уже даже закономерность. Такой процент людей, у которых близорукость развивается и после 20 лет. То есть и развивается, и несколько прогрессирует. Конечно, не такими семимильными шагами, как это возможно в подростковом возрасте, но это опять-таки люди, у которых род деятельности связан с большой зрительной нагрузкой. Давайте так, а чи можно проверить вдома зір якимось чином? Чи ні? Чи от краще одразу йти до лікаря? Якщо ж запідозрили якісь некі симптоми. Треба на літери отак дивитися. Ну, бо мені ще за тим, що ви витягуєш руку, то есть, щось там. Звісно, ви просто смотрите в окно і розумієте, от цей глаз бачить, цей не бачить. Або я просто бачив добре, а зараз я дійсно вдаль бачу не зовсім чітко. Хоча є такі моменти зрительної утомляємості, коли іменно нарушається зріння вблизі. То есть аккомодация настолько зажат так, этот аппарат, правда, что вот, ну, вот все вблизи расплывается, и как бы это тоже повод идти к доктору. Но это хорошо, когда человек взрослый,
осознанно понимает, что он чувствует. Так. А когда человечек маленький и ничего не может сказать, то тут, конечно, вся ответственность ложится на родителей. Ну, і не розуміє, я думаю, що сказати. Він бачить, що щось не так, але сказати, можливо, і не треба. Можливо, це щось нормально, тому і не каже. Ну, а якщо чоловік родився з таким зрінням, яке йому дано свише, і він не знає, як бачити краще, і він мовчить. Ну, и родители это... его никуда не ведут. Но родители тоже должны понимать, что если ребенок подходит близко к телевизору, все. Угу. Ну, то есть она, природа, она сама направляет. Або, да, вот дивишься, деякі діти, вот там, вот чуть-чуть не так читаєш книгу, або прижмурюються. Тобто на це треба звертати увагу, правильно? В любом случае, потому что, ну, дети могут не так держать книгу и близко наклоняться в силу того, что либо они действительно плохо видят, либо они же маленькие. У них все вот эти анатомические соотношения, они же крошечные. Если мы можем выпрямить спинку и сидеть 40 сантиметров красиво до книжки, то что там того ребеночка? Конечно, он вот тут сидит. Вот, ну, поэтому в любом случае вот эти осмотры там в 3, в 6 месяцев, в год, в 3 года, они имеют очень большой смысл. Тобто обов'язково треба батькам задуматись, напевно, про це. Коротесенько до вас запитання від наших глядачів. Що краще, окуляри, контактні лізи або лазерна корекція? Який із цих методів найбільш ефективний і безпечний саме для дітей? Ну, то есть, если мы говорим о коррекции, если мы говорим о нарушениях рефракции, потому что не все заболевания нуждаются в коррекции. Если мы говорим о нарушениях рефракции, то, конечно, коррекция должна быть обязательно. Какая? Ну, конечно, самое распространенное – это очки. Окуляры. Это очки. Угу. Есть даже варианты, когда контактные линзы одеваются новорожденным детям. Это так называемые педиатрические контактные линзы. То есть для всего нужны свои показания. Если мы говорим о близорукости, ведь сейчас весь мир борется над проблемой вот близорукости, над проблемой ее остановки ее прогрессирования, потому что выхода из ситуации пока еще особо нет. На жаль. И есть наблюдение, что вот сейчас существует такая ну, достаточно интересная теория периферического дефокуса, когда, вот, когда мы одеваем очки, да, у нас центр сетчатки получает максимально правильное изображение. Остальная периферия сетчатки, она в зоне дефокуса. Ну, это целая теория, я углубляться не буду. То есть, когда мы одеваем контактную линзу на глаз, то, соответственно, мы понимаем физику все. В школе учили раздел оптика, что под любым углом линзочка правильно преломляет лучки от объекта и попадает на сетчатку. То есть любая точка сетчатки находится в правильном фокусе, в своем фокусе. То есть поэтому есть такая рекомендация, и это международная рекомендация, носить контактные линзы. И вы знаете, в проблеме, в вопросе близорукости, чтобы остановить ее прогрессирование, тут исходим из того, все способы хороши. Потому что если ребенок может одеть контактную линзу, он ее одевает. Если ребенок и родители согласны пользоваться ночными контактными линзами, они пользуются этими контактными линзами. Вопрос о лазерной коррекции стоит только лишь после 18 лет, а у кого-то после 19, у кого-то после 20. То есть мы когда видим уже стабильно остановку прогрессирования близорукости, тогда мы можем рекомендовать лазерную коррекцию, если человек того желает. Зрозуміло. Дякуємо вам за рекомендації. Я думаю, що не зайве ще раз нагадати, оголосити, слідкуйте за собою, за своїми дітьми, консультуйтеся з фаховими спеціалістами, перевіряйтеся і бережіть свій зір, тому що це цінно. Красиміра Рількова була у нас в гостях, головний лікар обласної офтальмологічної лікарні. Ми вам щиро дякуємо, як завжди, лаконічно, чітко і як треба.